как же нам сделать так, чтобы нам чат не мешал работать в интернете? Вот смотрите, мы заходим сейчас в Skype, нажимаем на инструменты. В принципе, в любой версии Skype есть способ, так скажем, отключить звуковые оповещения. Я вам сейчас покажу, как в моей версии. Инструменты, настройки. Открывается вот такая вот, такое вот окошечко. Сейчас я его покажу получше. Вот теперь смотрите, мы идем в раздел оповещения. Нажимаем. И вот сейчас у меня настройки уведомления. Если я сюда поставлю галку, то у меня каждый человек, который заходит в сеть, я его буду и видеть, и слышать. Также выходит из сети, когда то же самое. Заходит в Facebook, выходит из Facebook. Вы знаете, это можно, конечно, ошалеть. Но вот тут вот я вижу, когда человек начинает со мной чат. То есть он мне посылает какое-то сообщение, я вижу это сообщение. Когда посылает файл, тоже и вижу, и слышу, кстати говоря, так. Запрашивает мои контактные данные, тоже вижу и слышу. Оставляет голосовое сообщение. Ну вот у меня здесь это не отмечено. Дальше день рождения и передает мне контактные данные тоже. То есть оставляет от свои, а передает от чьи-то. Теперь звуки. Это тоже на этой же панели. А, извещение и сообщение. Вот помощь и совет от Skype, рекламные акции будут. Звуки. Мелодия звонка. Отключить все звуки. Вот. И здесь вот я смотрю, значит, что входящее сообщение отключено. Контакт в сети. Мой контакт вышел из сети. Я отправляю сообщение. Вот. То есть вы отключаете здесь все, что вам может мешать. Когда вы входите в систему, ну, это не страшно. Один раз вы в день там или два раза в день вы войдете в систему, будет там небольшой звук. Но выходите вы из системы, тоже там он как бы ахает. Вот. И теперь эта вкладка, собственно, она вот вся вкладка наша оповещение, мы ее настроили. То есть вам нужно настроить ее так, чтобы у вас эти оповещения звуком, по крайней мере, не были. И тогда вам чат не будет мешать, вы можете участвовать в нескольких чатах. Вы будете просматривать этот чат, ну, там, когда вы зашли, когда вы нашли время. У меня есть такие чаты, которые я просто в перечне просматриваю, ага, появилось там какое-то сообщение, и я могу тогда его просмотреть. То есть это может быть и на следующий день, и раз в неделю некоторые смотрю. То есть это меня не отвлекает от основной деятельности. Если же вы вышли из чата, то вам нужно обязательно с кем-то из участников, опять же, договориться, чтобы вас туда ввели. С вами была Светлана Молодежникова. Чтобы не пропустить интересные уроки, подпишитесь на канал.